что ты говоришь неправду. Почему? Давай, давай, давай. Почему? Серьезно? Стоп. Я всю правду рассказываю. Я юрец Провоковский. Да почему мне кажется, что ты это делаешь из-за чувства вины? Я это делаю не из-за чувства вины. Я это делаю из-за того, что я понимаю, что мне надо уйти. Теннис учил тебя боксер? Как это возможно? Так это возможно. Как может тебя боксер учить теннису? А как это так? Это он играл, и я играл. О, ребят, сегодня Международный день мужчин. Как бы вы хотели отметить? Ребята, я хочу вас поздравить с праздником. А это 23 февраля, что ли? Международный день мужчин. Нет. Это не 23, это день защитника Отечества. Покажи, как, смотри, как по-мужски это делать. Смотри, внимательно. Здорово, блядь! Нормально, брат! Чё, как за? Мужики! Сделаем все! А ты мужик? Мужик! Я мужик! Вот раз, и я мужик! Вот и все, решили. Мы мужики, у нас все нормально, Дорогой зритель, если ты есть, дружище, пожалуйста, по-братски, помоги нам День мужиков отметить, мы тут среди... четырех, да, плюс Милана, да? Мы не понимаем, у нас ничего нету, ни этих штук нету, ни свеч нету, шампусика нету, ничего нету. Уважаемые смотрители, только для вас сейчас Макс перетанцует стул. Вы не знаете, что стул невозможно перетанцевать.